Под словом рентген шахматисты понимают просвечивание дальнобойной фигуры через одну или несколько фигур, как своих, так и вражеских. Давайте разберем рентген на конкретном примере. Здесь существует рентген по линии D. Ладья смотрит в сторону ладьи и ферзя черных, но между этими фигурами находится наш конь. Соответственно, если конь отойдет, то ладья начнет нападать по линии D. За счет этого есть тактический ресурс. Конь Е6 шах. Мы отдаем коня, но открываем линию. Теперь после хода слон Е6 начинает подвисать ферзь на D6, потому что у нас две атакующих фигуры. Тем самым мы выигрываем качество и получаем преимущество.